Арифметика выживания. Читаем и считаем бюджет 2018. Кому от него станет жить веселей, а кому пояса затянуть придется? Война на оба антикоррупционных дома. Почему НАБУ и НАПК вместо охоты на казнокрадов сцепились друг с другом? Незаконный арсенал. Сколько нелегального оружия хранится у украинцев и как остановить черную гонку вооружений? Опасные игры с детскими жизнями. Дефицит вакцин. Кто виноват? И как вывести своего ребенка из зоны риска? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Ну, наконец-то мы дождались от Верховной Рады по-настоящему прорывного решения. Именно того, чего не хватало, чтобы все украинцы почувствовали эффект от реформ. Аж 238 голосов на этой неделе депутаты мобилизовали за перестановку выходных. Со 2 мая выходной перекочевал на 25 декабря. Теперь на католическое Рождество работать не придется. Ну а привычные майские каникулы уходят в прошлое. И в планах у депутатов убрать еще и выходной на 8 марта. Так и говорят, мол, из-за того, что этот день выходной, украинцы не думают о женской солидарности, а просто дарят цветы. Впрочем, за такую радикальную перемену коалиция пока не сторговалась по голосам даже с обычно безотказным Олегом Ляшко. Политики вообще так хвастали этим своим решением по переносу выходного дня, что можно уверенно сказать. Даже безусловное лидерство Верховной Рады в рейтинге недоверия уже вряд ли их отрезвит. Вот все отложили на декабрь. И десяток кадровых вопросов, и давно анонсированный день инфраструктуры, и новый закон о приватизации, и даже новые правила дорожного движения. Зато 2 мая ликвидировали. Ну и, конечно, подумали о деньгах. Госбюджет ведь святое дело. Первое чтение провели и подбивают цену для голосования во втором. Чего еще ждать от депутатов, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Они начали неделю с бюджета. После заключения комитета прошел месяц, и у нардепов было достаточно времени, чтобы изучить бюджетную арифметику. Изучили и на критику не скупились. У цьому бюджеті ми будемо захищати українську медицину, яка є недофінансована, коли з міських бюджетів забирають гроші і віддають на поліцейську державу, фінансуючи прокуратуру, МВС. Це є недопустима річ. Ми категорично проти створення поліцейської держави з бідним населенням, а той бюджет якраз робить це. Ми надали свій варіант бюджету, ми надали пропозицію бюджетний комітет і вважаємо, що вони справедливі для людей, коли зменшуються виплати силовикам, зменшуються комунальні тарифи і закладаються додаткові доходи в бюджет за рахунок реальної інфляції. Все це сумарно дає приблизно 100 мільярдів гривень. Сумарна кількість пропозицій, яка надійшла до першого читання поданим урядом в парламент, по видатковій частині 35 мільярдів гривень. Пропозиції по надходженням тільки 10. Мене цікавить, як прем'єр і весь уряд бачить знайти баланс по 25 мільярдів гривень. 7% інфляції, тобто це що таке? Це не 7% зростання цін за рік, що це обман. Тому що люди сьогодні, коли ходять в магазини, бачать вартість м'яса, молока, сала, хліба, та всього, що люди споживають, овочі навіть, які зростають критично в своїй ціні щодня, то люди розуміють, що ніякого 7% здорожчання продуктів харчування за рік і товарів споживання не буде, а буде як мінімум вдвічі, втричі зростання. Це 200-300% інфляції. Эти же замечания депутаты озвучили, когда в зал пришел премьер вместе с министром финансов агитировать нардепов голосовать. Мы не можем погодиться с тем, что пільги на житлово-комунальные послуги опять же накладываются на местные бюджеты. Это заберет в наступном году 7 миллиардов гривен от местных бюджетов. Но несмотря на критику, все понимали, голосовать нужно, как понимали и то, что сил двух фракций не хватит.
Ці заяви завжди були предметом торгу. Очевидно, що питання мажоритарників буде одним із ключових, і яку підтримку вони отримують на свої округи, я думаю, що уряду вдасться зібрати голоси. Собственно, так і вийшло. Верний костиль коаліції, радикали дали максимум своїх голосів. Да, і депутатські групи не остались безучасні. По итогу смету прийняли в першому читанні. Прості цифри. Знову збільшується дефіцит. Це майже 75 мільярдів гривень. Що це? Це знову збільшується боргове навантаження на економіку, а через це боргове навантаження на людей. Бо кожна людина зараз уже винна майже 50 тисяч гривень, кожний українець, зовнішніх боргів. Друге. Порахований Міністерством соціальної політики мінімальний прожитковий мінімум. Це 3 тисячі гривень, навіть трішечки більше. Закладається середня пенсія між 1300 і 1400 гривень. Це означає, що люди просто будуть за чертою, за межею бідності. Проголосували нардепи і за поручення Кабміну, які в ближайші 2 тижні будуть предметом предметних обсуждень за закритими дверями. В цій постанові є 2 розділи. Доручення Кабінету міністрів щодо тих видатків, які мають бути включені і збалансовані в бюджеті. Частина з них стосується фінансування армії, частина з них стосується фінансування медицини. Будуть збиратися голосів знову куплянням певних груп фракцій за рахунок того, що будуть давати кошти там кому більше, кому менше на певні соціально-економічні програми. Уряд залучився великою підтримкою депутатів-мажоритарників, гарантуючи і виконуючи свої гарантії, як ми бачимо в цьому році, в попередньому році, щодо соціально-економічного розвитку мажоритарних округів. По великому рахунку це зі сторони виглядає як відвертий підкуп. Не считаться с радикалами и группами в этом зале невозможно. Даже голосование за то, чтобы католическое Рождество сделать выходным, большинству не по силам. Без наших голосов оно не проходит. Я хочу подякувати всім колегам і Олегу Валерійовичу за розуміння ситуації. Впрочем, є теми, способні сплотити всіх в залі. Це бізнес-інтереси. І коли річ заходить о защиті від силовиків, депутати єдині. Я зневажаю тих силовиків, які вдівають погони правоохоронних органів і використовують всі можливості для того, щоб тиснути на чесний, прозорий бізнес, створюють маски-шоу, обшуки, блокування, вилучають у них техніку, первинну документацію. За документ, який усмирить силовиків, проголосували всі. Якщо будуть проводитися слідчі дії, там, наприклад, обшуки, вилучення техніки, це має проводитися з відеофіксацією. Це надважливо. Будь-яка особа, в житлі або у володінні якої проводиться обшук, має право користуватися послугами адвоката, і захисник має право бути присутнім на обшуку. Також однією ще з таких дуже важливих речей є заборона вилучення комп'ютерної техніки і мобільних телефонів під час обшуків. Такої ж єдинства хотілося б побачити в отношении законопроекту о реінтеграції Донбасу, але в повестке дня він так і не появився. Профільний комітет розбирався з огромним кількістю поправок і сьогодні согласував окончательний варіант. Ми навіть врахували деякі правки від опозиційного блоку. Можливо, це теж сколихне, деякі з них теж проголосують. Це було б дуже важливо, тому що цей законопроект мусить стати об'єднуючим в незалежності від опозиційної належності чи провладної належності політичних сил в парламенті. Насправді ж закон про реінтеграцію мусить бути похідною або наступним кроком після того, як будуть досягнені певні політичні дипломатичні домовленості. Тому якщо телегу ставити поперед кобили, то це не буде їхати. Тому ми проти цього закону про інтеграцію, ми вважаємо його політиканським, який не призводить до вирішення головного питання – миру на сході України. Тепер нардепи ушли на 2-тижневий перерив, а крім Донбасу і бюджету у них гора нерішених кадрових вопросів. Спікер анонсував, що на наступному сесійному тижні, через 2 тижні, там питання ЦВК буде стояти в порядку денному. Міністерства йдуть консультації, але тут більше питання до прем'єра. Як тільки прем'єр визначиться і внесе подання, ми будемо розглядати і будемо голосувати. Торги, які йдуть зараз у владі, все можливо, але зараз Нацбанк, я думаю, що точно не буде голосуватися. Рахункова палата
Я допускаю, що можуть вони вийти на це голосування. Абсолютно більшість цих кадрових питань – це чиста політика, це спроба заблокувати зміну ЦВК, і ви бачите, що відбувається. Це і спроба не робити відповідальними міністрів, які у нас до цього часу виконують обов'язки. К тому же, избирательный кодекс обещали рассмотреть по сокращенной процедуре, а значит, следуя регламенту, он в зале появится как раз в канун Нового года. Так что в этом году под елочку может быть не только госбюджет, но и новые избирательные правила. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. А работать депутатам в этом году предстоит еще только две пленарные недели в декабре. Если точнее, то у Верховной Рады будет для голосований аж 4 дня, а потом уже и зимние каникулы начнутся. Ну, может быть, депутаты еще смогут поднапрячься и голосовать в декабре по средам и пятницам, но такое в нашей политике случается крайне редко. Так что даже послам Большой Семерки на этой неделе пришлось напомнить депутатам, что стоит поспешить хотя бы с ключевыми решениями. Довести до конца принятие нового избирательного кодекса и обновить состав Центральной избирательной комиссии. Это заявление Семерки опубликовано на сайте посольства Италии в Украине. Напомню, на прошлой неделе депутатам удалось собрать 226 голосов в первом чтении за реформу избирательного законодательства, которое предусматривает в том числе и отмену мажоритарных округов. Впрочем, похоже, даже представители самых влиятельных государств не уверены, что у украинских политиков хватит мужества, чтобы поставить точку в истории мажоритарной коррупции. Зато премьер-министр Украины Владимир Гройсман абсолютно уверен, что хотя бы бюджет на следующий год депутаты могут утвердить уже в первой половине декабря, числа до 10-го. По крайней мере, поручил чиновникам учесть пожелания нардепов, чтобы каких-то серьезных препятствий для голосования не возникло. Я бы поставил зараз питання про те, що бюджет на 2018 рік було ухвалено в першій декаді, тобто до 10 грудня 2017 року. Це буде чи не вперше абсолютно прогнозовано і якісно. Це дасть можливість всім адаптувати свою роботу, починаючи з 1 січня 2018 року. І саме головне, ми маємо бути передбачувані. Ми не маємо робити під ялинку жодних сюрпризів, а маємо заздалегідь вчасно приймати ті рішення, які необхідні. Итак, к чему придется адаптироваться украинцам с 1 января? И какие параметры госбюджета в силах изменить депутаты во время второго чтения проекта? Будем обсуждать сегодня это очень подробно. Ну а начнем со стартовых переговорных позиций. Кому и сколько правительство хочет добавить в новом бюджете, смотрите далее в нашей справке. На смену человекоцентричному бюджету теперь подготовили бюджет экономического развития. Именно с таким оптимистическим слоганом правительство рекламировало перед депутатами проект главного финансового документа на следующий год. Нардепы поверили и приняли его в первом чтении. Итак, какие цифры в документе? Впервые в истории доходы и расходы исчисляются триллионами. Инфляция тоже рекордная, необычайно низкая, за последние годы на уровне 7%, что некоторые эксперты уже назвали нереальным. Рост ВВП, как и в этом году, 3%. Курс доллара 30 к 1. Госдолг планируют увеличить на 231 миллиард гривен. При этом в проекте бюджета предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. А вот среднюю зарплату обещают больше 8,5 тысяч гривен. В расходной части больше всего планируют потратить на силовой блок – 165 миллиардов гривен. Это на 22 миллиарда больше, чем в нынешнем году. Докинуть денег обещают и на строительство дорог – до 44 миллиардов. И на образование – до 217 миллиардов. В эту сумму включены и повышение зарплат учителям на 25%. На медицину планируют выделить 112 миллиардов гривен, а вот на культуру – всего 4. При этом власть имущие себя не обидели. Затраты на содержание аппарата чиновников выросли на 17%. В целом, нынешний проект бюджета называют слишком оптимистичным. К примеру, в документе заложили 22 миллиарда гривен доходов от приватизации. И это при том, что три предыдущих года даже более скромные ожидания выполняли только на 1%. Но пока все эти цифры и показатели предварительные. Ко второму чтению в смету точно внесут правки. Благо, время еще есть. Ведь по традиции депутаты принимают бюджет под елку.
Вообще, госбюджеты в Украине давно перестали быть, так сказать, очень строгим документом. В бюджет регулярно вносят правки, и под конец года статьи расходов часто отличаются от того, что утверждают депутаты изначально. Например, в этом году приходилось уже несколько раз добавлять расходы на субсидии. Не совпадают с бюджетными и показатели инфляции. Цены в этом году растут быстрее, чем планировалось. Ожидает ли нас то же самое в следующем году? Обсудим с Евгением Капинусом, государственным секретарем Министерства финансов Украины. Он сегодня гость «Подробности недели». Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что нашли время. Евгений, как бы вы охарактеризовали проект бюджета на следующий год? В чем его, ну, от основные приоритеты, по-вашему? Я, мабуть, якщо можна, почав би з того, що бюджет на наступний рік принципово змінився по процедурі, оскільки ми підготували перед тим, як підготували бюджет бюджетної резолюції, практично всі розпорядники свої показники отримали зарані і могли вже прогнозувати, бачити, які реально будуть показники в наступний період. Якщо говорити про яким же є бюджет, перш за все я скажу, що ми старалися, щоб він був збалансованим, оскільки ми намагалися дохідну частину пропрацювати досить детально, пропрацювати з експертами, побачити основні за і проти і відповідно сказати, що це основний дохідна частина бюджету. Після цього вже тільки будувалася видаткова частина, яка враховувала можливості бюджету і враховувала, який же потенціал ми маємо наступний рік. Якщо взяти про пріоритети, то, мабуть, варто сказати, що на сьогодні у нас був соціальний пріоритет, медицина, освіта. Як ми бачимо, ми так рік назад обговорювали 3200, говорили про те, що пенсіонери не отримали відповідне пенсійне забезпечення. Я дуже щасливий, що уряд зміг стримати своє слово і підняти пенсійне забезпечення, осучаснити пенсіонерам пенсії. А от зараз одразу спрошу, а що буде далі? Андрій Рєва, наприклад, міністр соціальної політики, вже пообіцяв, що в наступному році обов'язково повисять пенсії тим, у кого в этом году это повышение было мизерным. Вы заложены эти деньги в государственном бюджете? Колеги, я хотів би наголосити, що де-факто сьогодні пройшло осучаснення. І сьогодні ми будемо дивитися, які результати ми отримали з урахуванням цих показників. Ми бачимо, що на сьогодні той ресурс, який передбачений на наступний рік, він дасть можливість певний ресурс додатково. І вже з урахуванням цього будуть прийматися рішення щодо подальших змін. Євгеній, зараз от все-таки, я зрозумів, ви говорите о тому, що якщо буде все-таки перевиповнення бюджету. Але я зараз не удержусь і столкну лбами два відомства. Все-таки Андрій Рєва, міністр соцполітики, коли обіцяє пенсіонерам повищення, яке його не сильно замітили, він це просто обіцяє, чи основується на цифрах проєкту бюджету? Я собі дозволю, як представнику Міністерства фінансів, все-таки говорити, що ми повинні виходити із реальних показників і все-таки говорити про те, що наступні кроки повинні бути обґрунтовані на підставі тих реальних результатів, які ми побачимо в надходженнях до державного бюджету, надходження до пенсійного фонду. Спасибо. Ви дуже тактично, але все-таки відповіли на мій питання. Ми можемо міністрам, в общем-то, посоветувати ще подумати над тим, що вони заявляють. Рост соціальних розходів, він замітен в проєкті бюджету на наступний рік. Скажіть, будь ласка, а доходів хватить на всі ці соціальні розходи? Ілі буде покриватися новими кредитами і просто включеним печатним станком, наприклад? Я якраз почав із того, що ми намагалися максимально прозоро провести обговорення дохідної частини. Ми залучили кращих експертів, які є в Україні. Ми погодили і опрацювали відповідну дохідну частину з Міжнародним валютним фондом. І вже після цього тільки будували видаткову частину. Крім цього, я хотів би сказати, що наступний рік закладується навпаки зменшення залучення додаткових коштів. Передбачається, що дефіцит буде 2,4 замість 2,7 мільярдів відсотків. І це буде значити, що ми навпаки намагаємося мінімізувати додатковий дефіцит бюджету. Евгений, но ведь в проекте бюджета предусмотрен и существенный рост государственного долга. За счет чего рост... и каким образом его будут обеспечивать? Якщо брати в відсотковому відношенні, то я, як назвав, з 2,7 до 2,4 відбувається зниження державного боргу. Але якщо брати в коштах, то так, в зв'язку з тим, що зростає база, відповідно, загальна сума передбачається на рівні 77 мільярдів. Хорошо. В проекте бюджета снова, как и несколько лет назад, предусмотрено сразу несколько десятков миллиардов гривен от приватизации. Приватизация, по большому счету, в стране не работает все эти годы. Вы готовы снова и в следующем году затыкать дыры вот эти? Я, мабуть,
хотів би наголосити на тому, що уряд намагається послідовно робити зміни в певних сферах, таких як медицина, освіта, по яких були прийняті відповідне законодавство. Так, ми сподіваємося, що Верховною Радою буде найближчим часом підтримане відповідне законодавство по приватизації, яке дає можливість робити більш прозорими, більш відкритими і залучити кращих міжнародних інвесторів для приватизації наших об'єктів. Тому ми якраз сподіваємося, що наступний рік він буде роком, який дасть можливість насправді отримати ті показники, які заложені на сьогодні в державному бюджеті. Ну, будемо надіятися, іначе знову прийдеться, в общем-то, як-то латати цей бюджет і закривати от цю діру кілька десятків мільярдів гривень. Спасибо вам, Євгеній, за ці відповіді. Євгеній Капінус, госсекретар Міністерства фінансів України, був нашим гостем. Ми продовжуємо подробиці тижня і от о яких темах поговоримо далі в програмі. Война на оба антикоррупционных дома. Почему НАБУ и НАПК вместо охоты на казнокрадов сцепились друг с другом? Незаконный арсенал. Сколько нелегального оружия хранится у украинцев и как остановить черную гонку вооружений? Опасные игры с детскими жизнями. Дефицит вакцин. Кто виноват? И как вывести своего ребенка из зоны риска? Уже типичный для нашей страны парадокс. Иногда даже хорошие новости таят в себе информацию, мягко говоря, пугающую. Вот пример этой недели. На счетах у местных властей в Украине столько денег, что попытка их потратить может спровоцировать заметное падение гривны. По крайней мере, эксперты предрекают именно такое развитие событий. Мол, в 2015 году была подобная ситуация. Итак, по порядку. У местных властей рекордная сумма на счетах казначействе – 48 миллиардов гривен. Это, казалось бы, хорошая новость. Но бюджетные правила в нашей стране такие, что к Новому году почти всю эту сумму придется, что называется, сбросить. А это расчеты с подрядчиками, погашение задолженностей. Не потратишь в этом году, лишишься денег в следующем. И представьте себе возможные последствия, если хотя бы часть из этих миллиардов в итоге зайдет на валютный рынок. Вот в 2015 году на 1 декабря была подобная ситуация с остатками на счетах казначейства – 47 миллиардов гривен. А на 1 января они сократились уже до 9 миллиардов. И естественно, что гривня сразу же просела. Случится ли так и в этом году? Давайте-ка спросим у представителя Национального банка Украины. Там должны готовиться к таким валютным колебаниям. Олег Чуризом, главы Нацбанка, сейчас на связи со студией «Подробности недели». Здравствуйте, Олег, скажите. Наверняка вам известно о ситуации с остатками средств на счетах казначейства. Эксперты говорят, что может повториться 2015-й, тогда десятки миллиардов бюджетных гривен потратили за короткий срок, и национальная валюта просела. Готовитесь ли вы к такому же развитию событий в этом году? И вообще, на какой курс гривни по отношению к доллару стоит рассчитывать нынешней зимой? Цього року Національний банк активно співпрацює з урядом з метою більш рівномірного витрачання коштів, які є на казначейському рахунку, єдиному казначейському рахунку. Ми вважаємо, що уряд зможе більш рівномірно ці кошти пускати на ринок. І за нашими прогнозами, вплив витрачання коштів до кінця року він буде досить таки незначний. Національний банк не дає свої прогнози по курсу, оскільки вони можуть бути використані як орієнтир для учасників ринку. В той же час ми підкреслюємо, що на сьогодні зовнішньоекономічна кон'юнктура, вона дуже сприятлива для товарів українського експорту. Цього року ми бачимо збільшення експорту більш ніж на 20%. Це пов'язано з дуже сприятливими цінами, перш за все, на товари металургії, які Україна експортує, а це складає приблизно 35% від українського експорту. Також непогані ціни і непоганий врожай є по агропродукції, тому на сьогодні наші прогнози, вони досить такі сприятливі, і ми не бачимо якихось причин, які б могли спричинити значні коливання на ринку. Ну что ж, будем надеяться, что с гривней все будет в порядке. Теперь вопрос по сотрудничеству с МВФ. Ранее Нацбанк рассчитывал, что новый транш от фонда зайдет в Украину до конца этого года. Теперь же самый радужный прогноз – первый квартал 2018-го. Но ведь не исключено, что и тогда решения по траншу не будет. Вот готова ли Украина так долго жить без денег от МВФ? И вообще, если говорить о планах, то по оценке Нацбанка, какую сумму от фонда Украина должна получить в следующем году?
За нашими оцінками, Україна отримає в наступному році два транші на загальну суму 3,5 мільярди доларів. З них ми отримуємо частину транша вже в першому кварталі. За нашими прогнозами, до кінця року Україна не зможе отримати транш, оскільки вже залишається мало часу. Україні ще потрібно виконати певні умови для отримання траншу. Є також фактор сезонності, тобто ті свята, які є в Європі, в Америці, вони в будь-якому випадку не дадуть можливість Україні отримати транш до кінця року. Що стосується самої співпраці з Міжнародним валютним фондом, ми завжди підкреслювали її важливість. І для нас головне не час отримання певних коштів від фонду, а знаходження в програмі, тобто впровадження тих реформ, які були прописані в програмі, збереження макро- і фінансової стабільності. І якраз ця програма, вона надає можливість її зберегти. Більше того, ми на сьогодні підкреслюємо, що після закінчення програми на початку 2019 року Україні необхідно буде започаткувати ще одну програму, оскільки в найближчі роки нас очікує досить таки щільний графік погашень зовнішньоекономічної заборгованості по боргам. Тому Україні вкрай важливо буде розпочати нову програму, і це буде запорукою макрофінансової стабільності, і це надасть можливість також проводити необхідні реформи за підтримки Міжнародного валютного фонду. Ну что ж, новая программа с МВФ, это звучит просто как фантастика. Действующую программу выполнить никак не удается. Спасибо. Олег Чурий, замглавы Национального банка, отвечал на мои вопросы. Любопытно вспомнить еще одну новость со ссылкой на Нацбанк. В Украине меняют дизайн гривен и отменяют копейки. Ну, по крайней мере, монет достоинством в 1, 2, 5 и 25 копеек теперь может и не быть. Официальное объяснение очень простое. Мол, их используют все реже. А вот эксперты говорят, что это верный признак существенной инфляции. Если уж мелкие монеты больше не нужны, значит, рост цен еще всех нас может неприятно удивить. Ну, а пока МВФ отказывается давать Украине новые транши, украинские заробитчане продолжают работать и переводить деньги в страну. Вот Нацбанк на этой неделе отчитался: за неполные 11 месяцев этого года украинцы перевели домой почти 2 миллиарда долларов. И это только с использованием официальных систем перевода средств. Еще ведь есть и то, что люди завозят в кошельках, в карманах. Впрочем, на конец года наверняка и сумма официальных переводов все-таки достигнет полных 2 миллиардов долларов. Уже второй год наша страна лидирует в европейской миграционной статистике. И в 2015, и в 2016 годах украинцы получили больше всего временных разрешений на проживание в странах Евросоюза. В прошлом году новыми европейцами стали почти 600 тысяч наших соотечественников. 87% видов на жительство дала украинцам Польша. Наши люди обошли по этому показателю в Европе даже сирийцев, миллионы которых сбежали из своей страны, полностью разрушенной войной. Жителям этой страны в ЕС 300,5 тысяч, и почти все они осели в Германии. А вот, например, Англия. Одно из самых сложных направлений для миграции в Европе. Уж слишком тяжело попасть на Британские острова и осесть там, но и это украинцам удается. Новый скандал. С бывшей украинской учительницей, которая теперь зарабатывает, ухаживая за английским пенсионером. Об этой истории стало известно после публикации на одном из закарпатских сайтов. Жительница Берегова и, вдумайтесь, лучший педагог 2016 года в номинации «Иностранный язык». Уже несколько месяцев работает в Лондоне. Устроилась в английской семье, муж местный, жена из Украины. Эта пара очень занятые люди, и ухаживать за 80-летним дедушкой просто не успевают. Вот его-то украинка и опекает. Британские наниматели довольны и платят больше, чем может заработать учитель в нашей стране. После того, как журналисты раскрутили эту историю, щедро приправив жалобами на нестерпимые условия в Украине, девушке пришлось даже сделать заявление для прессы в Фейсбуке. Мол, не так все и плохо было в нашей стране, но перспектив в Англии все-таки больше. Есть еще один раздел европейской статистики, в котором украинцы уже традиционно на первых местах. Контрабанда. Сигареты, древесина, янтарь, наркотики, что только не помогают переправить в Евросоюз граждане нашей страны. И регион-лидер по контрабанде – Закарпатье. Там уже второй день продолжается масштабная спецоперация пограничников. Десятки обысков, сотни силовиков, даже авиацию привлекли. Что уже удалось установить правоохранителям и кто теперь сядет за крышевание контрабанды? Все детали знает Марина Коваль.
Меру пресечения бывшей начальницы управления геокадастра Береговского района Эрики Шинкевич избирали целый день. Поменялись три судьи, и под вечер, наконец, появилось решение. Чиновницу отправили под домашний арест с браслетом, хотя прокуроры требовали 2 месяца в СИЗО. На сьогоднішній день досудовим розслідуванням ще всі особи, причинні до вчинення вказаного злочину, не встановлені, а відтак Шинкевич Еріка Йосипівна може впливати на свідків. Эрику Шинкевич подозревают в причастности к незаконной схеме приватизации части границы участка прямо на кордоне с Венгрией. Сама чиновница говорит, земли эти сельхозназначения, а значит, их можно было отдать частникам. Не было никаких відомостей про зареєстровані державні акти за Мукачевським прикордонним загоном. Я не могла знати, що там є державний кордон України і є лінія інженерно-технічних споруд, якщо вона не була вказана в проєкті землеустрою щодо відведення земельної ділянки. А вот в прокуратуре уверены, чиновники просто использовали лазейку в законодательстве, чтобы отдать земли в частные руки. Землі в межах прикордонної смуги належать до земель оборони, так як це є прикордонна смуга. Лише посадові особи Держземагентства наділені повноваженнями і їхніми посадовими обов'язками визначено, що вони уповноважені і повинні знати про це, до якої категорії земель вказані землі належать. Приватизовані землі розположені прямо возле границы с Венгрией за селом Великая Быгань. Это полоса шириной 2-3 метра, протяженностью чуть больше 5 километров. Сначала территорию поделили на 27 участков и раздали разным людям. Но позже все они оказались в руках одной семьи Горват. Местные жители говорят, один из братьев – депутат сельсовета, другой возглавляет фермерское хозяйство. Но правоохранители уверены, что это только прикрытие. На приватизированных землях ничего не выращивали, территорию оградили и даже установили вышки. Частная граница была оборудована по последнему слову техники. Камеры слежения, приборы ночного видения и тепловизоры. Охранники следили за пограничниками и сообщали, когда лучше переправлять контрабанду. Вчера дома у Атилы Горвата провели обыск. Прибыли военные с автоматами, пригнали и бронетехнику. Кроме того, правоохранители провели более 100 обысков в разных местах. Нашли 2 килограмма наркотиков, пачки с деньгами, гривны, доллары, евро. По слухам, задержали самого Атилу Горвата и еще несколько человек. Но официально в военной прокуратуре эту информацию не подтверждают. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности недели. Телеканал «Интер», Закарпатье. Вполне возможно, что вот такую активность пограничников спровоцировали новости о рекордах фискальной службы. Украинские фискалы в этом году перевыполняют план на десятки миллиардов гривен. И на конец этого года Кабмин ожидает от них на 150 миллиардов гривен поступлений больше, чем удалось собрать в прошлом году. Одни только таможенники смогли обеспечить плюс 60 миллиардов гривен. И все-таки, как бы ни отчитывались чиновники о постоянном росте доходов бюджета, все равно регулярно случаются скандалы с недофинансированием. И иногда очень показательные. Вот как на этой неделе. В СМИ появилась информация о том, что Минспорта Украины не выплачивает призовые. И спортсмены вынуждены даже пропускать чемпионаты из-за долгов государства. Так ли это на самом деле? Наша Евгения Коваленко решила проверить. Виктории только 27, но она уже самая титулованная паратэквондистка мира. Девушка – пятикратная чемпионка среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Последнее золото привезла из Лондона месяц назад. В этом зале Вика занимается сама и тренирует детей. Если бы утеплить или отопление включить, было бы очень здорово. Вика – сирота. За спортивные победы получила от государства комнату в общежитии. Но жить там не может из-за условий, поэтому пришлось переехать к подруге. Потому что там все общее. Туалет, душ, все, кухня общая. Чтобы пойти покупаться после даже тренировок, да, я должна час ждать, 2 часа. Но они не подумали, что они дали. Вот. Но на этом тоже спасибо, потому что я сама с интерната, потому так бы я просто без ничего бы осталась. Более того, чтобы представлять страну на международной арене, Вика должна платить свои деньги. Государство ничего не дает. В начале календарного года сказали, что финансирование есть и на чемпионат мира, и на Европу будет финансирование в полном объеме. Вот. Осталось где-то 2 месяца до чемпионата мира, и оказалось, что денег не стало. Куда пропали, непонятно.
Потраченные деньги чемпионки обещали вернуть, но до сих пор ничего не компенсировали. Сейчас Виктория готовится к Паралимпиаде 2020 в Токио. Но чтобы туда попасть, нужно регулярно ездить на соревнования и занимать высокие позиции во всемирном рейтинге. Однако денег на это у девушки нет. Следующие у нас всемирные игры в Португалии 3 декабря. С 3 по 5 всемирные игры. Но мы туда не едем, так как денег нет. Да еще и на операцию чемпионке нужны 50 тысяч евро. У Виктории артроз. Нужен искусственный плечевой сустав. Но на помощь государства спортсменка даже не надеется. А это помещение хоккейной детско-юношеской спортивной школы «Сокол» в Киеве. Она воспитала целое поколение известных игроков. Ну вот видите, вот такой вид сейчас имеет ледовая арена, которую реконструируют уже 7-й год. Это тренировочная база. На ее ремонт потратили 10 миллионов государственных гривен. И еще на 12 закупили оборудование. Где это оборудование, никто не знает. Идут суды по поводу того, что были выполнены работы, которых нет. Здесь были расположены раздевалки, точильная, тренерские кабинеты. Не осталось практически ничего. То есть посрывали даже помимо дверных замков, дверные петли, подвесные потолки, вынесли вот эти вот все стеллажи, шкафы, в которых там форма сушилась. А пока 7 лет в школе не могут сделать ремонт, детям приходится арендовать другое помещение. Занятия расписаны по минутам. Некоторые приходят сюда с 6 утра. Если раньше мы тренировались на этом катке, у нас в месяц было 220 в среднем часов, то сейчас сократилось в 2 раза. У нас раздевалка, там более-менее отапливается, а сушилка детская, там, где форма должна сушиться. Например, в январе температура на улице минус 25 градусов, а в сушилке минус 23. Ничего не отапливается. Да и спорт этот не дешевый. Только за форму нужно отдать $500. Раньше деньги выделяло государство. Сейчас все на плечах родителей. Им приходится платить даже за участие в турнирах. Из-за этого дети либо уходят из спорта, либо уезжают за границу. Моя мечта – взять участь у Лизи НХЛ, потрапить до какой-то команды. Ведь в Украине воспитать молодых перспективных спортсменов невозможно из-за недостаточного финансирования. В проекте бюджета на следующий год на спорт выделили 2,5 миллиарда гривен. На все нужды этих денег точно не хватит. На этой неделе в СМИ появилась информация, что государство не рассчиталось перед спортсменами за призовые места в чемпионатах мира. В частности, шахматистка Мария Музычук считает, что ей должно министерство. Однако в Минспорта все отрицают. З спортсменами ми повністю розрахувалися щодо паралімпійців, щодо олімпійців, щодо дефолімпійців. Президент Федерации фехтования Украины Вадим Гуцайт утверждает, у спортсменов-фехтовальщиков проблем с выплатами нет, но им не хватает места для тренировок. Мы готовимся то в зале дзюдо, то в зале бокса. Приезжают борцы, борцы борются, мы рядом фехтуем. Когда приезжает много борцов, мы идем в зал бокса. Боксеры боксируют, мы рядом фехтуем. Потом приезжают много боксеров, мы идем в зал дзюдо. А там, перед там, 2008 году мы вообще готовились в актовом зале, потому что все были залы заняты, был зал дзюдо, занят бокса. И такие проблемы почти во всех видах спорта. В Украине одни из самых худших условий для тренировок в мире. Результат – и тренеры, и спортсмены покидают страну. Больше всего с Украины уехало тренеров работать в Америку. Буквально 3 месяца назад 2 молодых спортсмена закончили выступать в сабельном фехтовании и пошли работать тренерами, детскими тренерами. Им предложили в Китае контракт, и они сразу же вдвоем уехали. Но есть и те, кто принципиально остается на родине. Заслуженному тренеру Юрию Кучинову не раз предлагали выгодные контракты за границей. Как и его воспитаннице, чемпионке Европы по тяжелой атлетике Анастасия Лысенко. В планах, конечно, хотелось бы стать призеркой чемпионата мира взрослого. Ну, или олимпийская чемпионка. Почему ты так скромно? Ну, может, и чемпионка. Да. Сборная Украины по тяжелой атлетике – везунчики. Им посчастливилось иметь свой собственный зал в гараже. Вообще, когда база строилась, это был гараж. А
Тут был главный тренер, он сейчас в Америке. Он увидел это место и, в общем-то, начал реконструкцию и уговорили руководство, чтобы здесь сделать зал. Этот зал, как бывает церковь намолена, так и намолен этот зал. А пока украинские спортсмены готовятся к зимним Олимпийским играм 2018 в Южной Корее. Без должной поддержки государства, на голом патриотизме и с воли к победе. Евгения Коваленко, Сергей Бордюжа, Александр Васильченко, Марьяна Бурякова, Вячеслав Фролов и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжим обсуждение бюджетной темы теперь с представителем законодательной ветви власти. О том, что депутаты будут требовать от Кабмина перед финальным голосованием за бюджет, поговорим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились. Смотрите, похоже, в зале потенциал все-таки для принятия бюджета во втором чтении есть. Важный вопрос, насколько можно до этого времени изменить законопроект, например, в сфере социальных выплат. Что-то можно потребовать и получить от Кабмина? Ну, конечно, можно, если будет желание правительства изменить вариант, который они представили, то это можно сделать. Причем мы с самого начала предлагали, как это сделать. Не просто механизм. То есть мы предлагали, чтобы уменьшить тарифы в два раза. Это даст 28 миллиардов гривен. Мы предлагали уменьшить на 40% финансирование силовых органов. И заложить дополнительные доходы бюджета за счет реальной инфляции, которая явно будет не 7%, которую анонсирует Уря. Поэтому есть варианты, есть возможности, главное, зависит от правительства. Но мы не видим воли правительства. Мы считаем, что они пошли по самому плохому и тупиковому пути. То есть ни к чему не прислушались из ваших Не сайтов. Прислушались. И более того, в худших традициях прошлых бюджетов увеличивают финансирование силовых структур, правоохранительных органов, центральных органов власти и недофинансируют социальную сферу. Ну, можно сказать, что силовикам добавили плюс 23 миллиарда. Я армию не беру. Я беру прокуратуру, службу безопасности, полицию, пограничников. А структуры финансирования социальных проектов, социальных нужд увеличили аж на 4%. При том, что даже официальный уровень инфляции 7%. То есть это реально снижение финансирования социальных проектов и социальных нужд населения. Безусловно, мы такой бюджет не поддержим. Но вы правы в том, что уже образовалась такая бюджетная коалиция. Это блок Петра Порошенко, Народный фронт, Воля народа и группа Відродження. Вот они собрались вместе, они уже, я думаю, этот бюджет поддержат. И это будет беда, поскольку он абсолютно не для людей, это бюджет для чиновников. Многие эксперты сейчас предостерегают и опасаются того, что рост цен может съесть у людей все эти выплаты, которые повышались, минимальная зарплата в этом году, например. Можно, Кабмин может урегулировать этот вопрос и предотвратить рост цен? Кабмин сделал дикую глупость, когда два года назад отказался от государственного регулирования на предметы первой необходимости. И это сразу повлекло за собой. Ну, это то, что люди покупают каждый день. Это соль, сахар, хлеб. И вот в этом году, с начала года, рост цен на предметы первой необходимости произошел на 15%. При том, что и зарплаты, и пенсии, конечно, такого уровня не повысились. Поэтому абсолютно правда, что вот этот неконтролируемый правительством, а оно обязано контролировать, особенно государство в условиях кризиса должно держать руку на пульсе и не допускать спекуляций с ценами. Вот это привело к тому, что обесцениваются даже те скромные добавки, которые делаются правительством. А вы, кстати, увидели в проекте бюджета на следующий год обещанное на этой неделе министром Ревой повышение выплат пенсионерам? Он сказал, что те, кто получил немного в этом году, обязательно получат в следующем. Но в бюджете, по-моему, эти цифры не заложены. Нет, этих цифр не заложено, ничего такого нет. Более того, это был грандиозный обман населения. И еще больше обман впереди, когда через два года половина пенсионеров, которые выходят на пенсию, не имея соответствующего страхового по понятиям правительства стажа, практически не получат пенсию. То есть это было завуалировано увеличение пенсионного возраста. Кроме того, ведь что произошло, если взять в общем? Люди, которые получали маленькие пенсии, они маленькие доплаты получили. А те, кто получал большие пенсии, они получили большие доплаты. Но таких людей мало. А большинство жило же на пенсию в 1500 гривен и получили по 100-200 гривен доплаты. Хотя им обещали золотые горы.
И мы предупреждали, мы же не голосовали за это и за эту так называемую реформу. Мы предупреждали, что это обман. И те, кто сегодня проголосовал за реформу, те депутаты, они уже понимают, куда они попали. Они уже начинают поднимать голос, что давайте пересчитаем, давайте введем опять, вернем этот коэффициент 1,35 для расчета пенсии, от него отказались, поставили единицу. То есть это все привело к тому, что люди не получили даже тех скромных обещаний, которые были. Понятно. Юрий Анатольевич, сегодня профильный комитет поддержал законопроект о восстановлении суверенитета над Ордлой и рекомендовал его принять. Вы верите в то, во-первых, в то, что этот документ пройдет все-таки через зал, и способен ли он вообще как-то серьезно изменить ситуацию на Донбассе? Ну, мы с самого начала скептически относились ко всем вариантам, которые назывались закон про реинтеграцию, а на самом деле вот то, что сегодня представляется, это закон по отделению этой части Донбасса. Потому что там есть все, что угодно, и зачистка территории, кто командует. Нет только одного, каким образом остановить конфликт и вернуть территории людей. Механизма нет. Поэтому это просто политическая декларация, которая удовлетворяет амбиции партии войны и ничего в прикладном плане для людей не несет. А люди на первое место сегодня в стране ставят проблему завершения войны, конфликта. Люди устали за 3 года от этих трагедий. И этот вопрос, этот законопроект не решает. Мы считаем, что надо нам всячески поддерживать посредническую миссию, которая сегодня происходит между спецпредставителем Соединенных Штатов Америки и представителем Российской Федерации. И вот их переговоры, как бы трудно они ни шли, вот это тот свет в конце туннеля, который должен парламент поддерживать и делать все для того, чтобы они увенчались успехом. 2 пленарные недели закончились. Давайте оценим коэффициент полезного действия Верховной Рады за эти 2 недели. Вот мне показалось, что, в общем-то, выхлоп небольшой, если можно так сказать. Все основные вопросы, вторые чтения важных законопроектов, они все отложены на потом. Потом, до Нового года, осталось очень мало. Что успеет Верховная Рада? Вопросов очень много. Ну, естественно, поведут бюджет. Я могу сказать позицию нашей фракции. Мы поддержали все законопроекты на этой неделе, которые были полезны для страны. Первое. Мы поддержали изменения в бюджет, которым добавили 7,5 миллиарда гривен субсидий, люди не могли оформить. Мы поддержали закон об упрощении бизнеса, мы поддержали закон, изменяющий голосование, изменяющий избирательную систему в стране, чтобы уйти от подкупа людей, которых довели до нищеты. И мы поддержали закон о жилищно-коммунальном хозяйстве, потому что он дает возможность людям, говоря простым языком, не платить за те коммунальные услуги, которые им не оказывают. Им навязывали, а не оказывали. Они ликвидируются монополия ЖЭКа и все составляющие этого плохого процесса. Поэтому мы эти законы поддержали. Мы не поддержали, естественно, бюджет. И мы не поддержали политические вещи, которые не имеют ничего общего с нуждами страны. Но которые удовлетворяют политические амбиции, в основном, конечно, партии войны в парламенте. Что касается предстоящего окончания года, то я считаю, что это будет бюджет. Мы будем настаивать на том, чтобы прошло наше постановление о заслушивании руководителей правоохранительных органов. Они должны прийти в парламент и отчитаться, как они будут бороться с преступниками, а не друг с другом, что мы видим в последнее время. И мы настаиваем на том, чтобы был отменен закон об образовании, который вызвал колоссальный международный конфликт вокруг наших соседей и практически ухудшает имидж нашей страны на международном уровне. Понятно. Ну что ж, будем наблюдать с интересом, каким выдастся это завершение этого политического сезона. Спасибо вам за Спасибо то, что вам. Пришли к нам в гости. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был в гостях подробностей недели. Мы с вами дальше поговорим о эпической битве антикоррупционеров. Она продолжается. Теперь они обмениваются уголовными делами. За дело уже Генеральную прокуратуру. В чем Сытник обвиняет Луценко? И как на эти обвинения отвечает сам генпрокурор? Обсудим в следующем части нашей программы. Война на оба антикоррупционных дома. Почему НАБУ и НАПК вместо охоты на казнокрадов сцепились друг с другом? Незаконный арсенал. Сколько нелегального оружия хранится у украинцев? И как остановить черную гонку вооружений? Опасные игры с детскими жизнями. Дефицит вакцин. Кто виноват? И как вывести своего ребенка из зоны риска? Yeah.
В эфире «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Мы продолжаем. И начнем с уже вечной проблемы нашей страны. Вакцины. Их опять не хватает. Да и вообще, ситуация с вакцинированием настолько сложная, что новости из Украины напоминают сообщения из самых бедных стран на планете. У нас бывают даже вспышки заболеваний, которые в развитых странах считаются давно побежденными. Почему это происходит и кто рискует заболеть больше других, выясняла Павлина Василенко. В Украину возвращается то, о чем в цивилизованном мире давно забыли. Вспышки болезней, от которых вакцинируют. Только за эту неделю в нескольких регионах страны заявили о вспышках кори. В Черновицкой области заболели 1500 детей. В Одесской же даже начали экстренную санобработку автобусов и автостанций. А в Запорожье с корью слегли 14 детей и учительница. В больнице они пробудут не менее недели. Школу закрыли на карантин. Вот ходим вот так. Все, ходим в масках вот так. То, что дети заболели, частично виноваты их родители, говорят врачи. Все заболевшие дети не имели полностью прививок против кори. На превеликий жаль, найкращим агітатором за вакцинацію є самі хвороби. Фіксуємо все більше і більше нових випадків в Україні кору. І, на превеликий жаль, гірше буде в Україні циркулювати і будуть нові жертви. Смерті і тяжелейше осложнення. Хоча обезопасить від корі може обична вакцина. Но почти 10 років в країні йде антипрививочна кампанія. Родителі масово відмовляються прививати дітей. К тому же Минздрав закупав вакцини з перебоями. Як результат, Україна в тройці європейських стран с самым низким уровнем вакцинации. Население накапливается, как мы называем, тот горючий материал, то есть та прослойка населения, которая не защищена от этих инфекций. И это способствует возникновению вспышек, очагов. Людмила говорит, раньше была ярой противницей прививок. Сейчас решила вакцинировать сына Назария четко по графику. Но не тут-то было. Нужно комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша нет. Мы столкнулись с тем, что сейчас вакцин немає, и даже в частных клиниках с этим проблема. На жаль, и нужно ждать до Нового года, и то не факт, что они будут. Тому зараз всі, скажімо так, в очікуванні. На днях Мінздрав опублікував шокіруючу статистику. В 5 областях – Одеська, Ніколаївська, Івано-Франковська, Кіровоградська і Луганська – нет інактивованих вакцин від поліоміеліта. В Кропивницькому за год місцеві лікарні не отримали ні єдиної дози. Родители вынуждены покупать самі. Ціна – 1000 гривень. Вони раніше закуповувалися міністерством, і ми їх отримували за рахунок централізованих постачань. В цьому році нам була офіційно доведена інформація листом Міністерства охорони здоров'я, що саме ці вакцини не включені в плани закупівель централізованих, і до 2019 року ми їх не будемо отримувати 100%. В Україні проблема не тільки з дитячими вакцинами. Сиворотками від смертельно опасних болезней – настоящая біда. Нечим бороться со столбняком, гангреной, бешенством, дифтерией. В Одесской области остались считанные дозы сыворотки от ботулизма. По закону закупать их обязаны местные власти, но сделать этого не могут. Иммуноглобулины не зарегистрированы в Украине. Существует, впрочем, одна лазейка. Минздрав может разрешить единоразовую закупку незарегистрированных вакцин. Но министерство такую закупку одесситам так и не одобрило. Киевские врачи тоже разводят руками. Уже несколько лет получают сыворотку от ботулизма, столбняка и бешенства как гуманитарку. Мы можем иметь программу, иметь деньги, хоть 1000 раз оголошувати конкурс, тендер, але если вам никто ничего не пропонує, вы, соответственно, придбати не можете. В этом году в Украине наконец-то зарегистрировали сыворотку от бешенства. В ближайшие недели она поступит в киевские больницы. Когда дадут в регионы? Опять вопрос к местным властям. Пока люди ищут препарат сами. У одесситки Натальи Волковой сына искусала бродячая собака. Вакцины от бешенства в больницах не нашлось. Я 2 дня ее искала. Ну, можете себе представить. Поиски необходимой сыворотки часто превращаются в нервный квест. Украинцам приходится даже ехать в соседние страны, в то время как в их регионе препараты могут пылиться на складе. Саботаж в нашей стране, как бы, обычная справа. Как бы назвать, что это специальный саботаж, навряд ли, но, скорее всего, без ответственности. В Украине есть присутня контрабанда, контрабандная сыворотка против правца, против сказу. Сыворотка от ботулизма в стране наконец-то появилась после массовых отравлений и смертей. В связи с ликвидацией санэпидслужбы, когда, в принципе,
нарушена взаимосвязь и контрольные функции Министерства здравоохранения за условиями приготовления продукта, продажи и всего прочее, то, скорее всего, нужно ожидать того, что такие случаи будут регистрироваться. На наш запрос в Минздраве ответили. Работают над тем, чтобы уже в этом году необходимые сыворотки внесли в список госзакупок. А это значит, что в украинские больницы они поступят не раньше, чем через полгода. Что же касается вакцин для прививок, эпидемиологи требуют принять новую государственную программу. А пока Минздрав просит сообщать на сайте ведомства о нехватке вакцин. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Елена Брынза. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и знаете, проблем в украинском здравоохранении уже столько, что не бывает и недели без очередной новости о какой-то нехватке. То вакцины, то препараты, то просто отопление в больницах отключают, зарплаты не платят. И разбираться с этим просто некому. Министр до сих пор не назначен. Ульяна Супрун всего лишь исполняет обязанности. А правоохранители этой сферой, похоже, и вовсе не интересуются. Конечно, бывают громкие разбирательства, когда доходит до смертей. Но все ограничивается только медийной шумихой. К реальной ответственности никого не привлекают. В общем-то, это неудивительно. Нашим силовикам есть чем заняться. Они весело, даже с куражом, ведут борьбу друг с другом. Вот, например, эпическая битва антикоррупционеров, которая началась несколько недель назад, теперь вышла на откровенно абсурдный уровень. Участники битвы обмениваются уголовными делами, и досталось уже всем. Детективы НАБУ преследуют главу НАПК Наталью Корчак, досталось даже ее свекрови. Генпрокуратура открыла производство по руководству НАБУ, и их уже как минимум два. Одно по разглашению секретных данных, а второе по возможным нарушениям при закупках. Ну и Сытник, в свою очередь, не остался в долгу и открыл производство против генпрокурора. Обвинение звучит громко. Незаконное обогащение. Якобы сын Юрия Луценко купил несколько паркомест. Ну а сам Луценко не задекларировал их. По содержанию этого обвинения генпрокурор сегодня дал отдельный комментарий. Я еще не помиляюсь, это уже 5-6, может, больше криминальных проваджений, которые имеют стосунок до меня. Знаю, что некоторые закрыты за отсутствием, конечно, складу злочину. Деякі расследуются, и это нормально. Ненормальним, звичайно, є ажіотаж навколо цього. Луценко Юрій Віталійович та його дружина не повинні показувати в декларації два паркомісця, які придбав мій син, який має 28 років і проживає окремо від нашої сім'ї. Чому про це заявляє прес-служба НАБУ як велике новину? Ну, я також залишаю під запитанням, але не вважаю це якимось надзвичайною подією. Впевнений абсолютно у законності моей позиции и в законности дій мого сына. Ну, вот с противостоянием НАБУ и НАПК все гораздо сложнее. Запуск работы бюро и агентства стал возможным благодаря сотрудничеству Украины с западными странами. В том числе и в рамках выполнения обязательств по безвизу. И если работа этих органов будет заблокирована, последствия могут быть самыми печальными. Некоторые политики уже даже вспомнили о европейском механизме при остановке безвиза. Мол, если в сфере борьбы с коррупцией в нашей стране будет наблюдаться регресс, то европейцы могут ударить и по безвизу. Как далеко зашла война антикоррупционеров и какие претензии они предъявляют друг другу, напомнит Алексей Пшемыский. Антикоррупционный раздор. Двое главных борцов с коррупцией в Украине объявили войну друг другу. Бои идут уже год, а вот последнее обострение началось с дел семейных. В НАБУ решили допросить свекровь главы НПК Натальи Корчак. Детектив приехал к ней домой, а та заперла его в квартире. Откройте, пожалуйста, дверь. Вы меня пригласили в дом. Я пришел к вам с официальными документами. Так? Я вас приглашала к себе в дом. Да я никого к себе в дом не приглашаю. Особенно таких... Хотите сказать, что я вломился к вам? Да, вломился. Что? В смысле? Я являюсь удержанным против своей воли. Являющийся службовой особой по выполнению посадовых обовязков. Не могу выйти. Закрыли дверь, ключи забрали. На подмогу детективу приехала полиция, а на подмогу свекрови невестка Наталья Корчак. И только тогда детектива выпустили из заточения. Якобы женщина приняла его за мошенника. И я взяла ключи и просто положила ключи, я и внук, и он... Внутренние были... ключи, да? То есть да, да. Он остался у вас в квартире и закрытый. И он остался, и мы остались с ним. Он был закрытый буквально 10 минут.
В НАБУ утверждают, хотели вызвать свекровь главы НПК на допрос по так называемому делу о паркоместе Натальи Корчак. Еще летом журналисты обвинили ее в покупке автомобиля «Шкода Супер Б», который она не задекларировала, а оформила на свекровь, у которой даже прав нет. Но машина стоит именно на паркоместе Корчак, и она ей активно пользуется. Ми цією машиною користуємося в цьому році, то в декларації за 17 рік, яка буде подаватися в наступному році, звісно, задекларуємо своє право користування. А от НАБУ Корчак обвинила в сведенні личних счетів. Ми викликаємо пана Ситника до себе в НАЗК для дачі пояснень, і він не приходить. Адміністративна відповідальність за неподання інформації на запит національного агентства. Все. Це його помста така. В НПК Артема Ситника підозрюють в нарушенні антикорупційних законів. Якоби він неоднократно поручав представляти свої личні інтереси в суді сотрудникам юридичного управління НАБУ. Ми, як антикорупційний орган, направили відповідний запит до Національного антикорупційного бюро. В той же час ми отримали від них за підписом керівника, директора антикорупційного бюро, відмову. Ця відмова була необґрунтованою. В итоге директора НАБУ даже визвали на допрос. Чесно кажучи, це мені здається, мені тільки що я був на НАЗК, відчув трохи заздрість. Порожній коридор, мертве царство і один директор НАБУ отримує протокол. Тому, мабуть, все ж таки, це можна говорити про якийсь початок роботи НАЗК. Без роботи агентство не осталось. Спустя несколько дней антикорупціонер став фігурантом ще одного, куда более громкого скандала. В інтернеті появилась диктофонна запись, на которой чоловік, чий голос похож на Ситника, общається з журналістами, розкриває деталі громких дел Мартиненка, Кулика. Розказує, що $1,5 мільярда Януковича вернули, нарушив закон. Говорить і о том, як він. Ведут расследование против экс-нардепа Онищенко. У нас есть угоды по Онищенко. То есть достаточно найти чувака, спросить, где был в злочинной организации Януковича. Сколько платите? $200 было. Не, ну это не так смешно, как кажется. А, ну было хорошо. Сколько у нас там арестовано на этому делу? К какому количеству имущества ты, как Ашкин, непосредственно имеешь отношение? Не имею. Ладно, тогда засекречим это дело. В МВД уже заявили, что Ситника теперь могут обвинить в разглашении гостайны. А сам директор НАБУ не исключил даже возможность своего ареста. К разборкам украинских антикоррупционеров подключился и Запад. В Transparency International призвали временно отстранить от работы Наталью Корчак, обвинив ее в срыве проверки электронных деклараций. Есть свидетельство выкрывача про то, что это не лише халатность, а ймовірно и политическая залежність. Це, звісно, має бути розслідувано, має бути або спростовано, або доведено, що ці факти є. На час, власне, розслідування було б дуже добре, щоби не заважати слідству, відсторонити фігурантів. Конкретно пані Корчак. Если антикоррупционеры и дальше будут воевать друг с другом вместо того, чтобы бороться с коррупцией, это может стоить Украине как минимум финансовой помощи от ЕС. А срыв е-декларирования может вызвать в Брюсселе и споры об украинском безвизе. На поверхности это выглядит как борьба на ЗК и НАБУ. Причем в этой борьбе идет взаимодискредитация и одного, и другого. И проблема создания антикоррупционного суда, которую наши западные партнеры, в том числе и с помощью МВФ, Международного валютного фонда, хотели бы решить до конца этого года, а может быть не решена. Немедленно прекратить информационные войны НАБУ и НПК призвал президент. Иначе не исключено отстранение и Ситника, и Корчак. А значит, работа агентств застопорится на неопределенное время. И многим это было бы очень выгодно. Алексей Пшемыский, Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Зато на другом направлении по созданию Госбюро расследований есть хорошие новости. Наконец-то избрали первого главу этого ведомства. Им стал Роман Труба и двоих его заместителей – Ольгу Варченко и Александра Буряка. Впрочем, позитивные новости ровно на этом факте и заканчиваются. Когда бюро сможет полноценно заработать? По-прежнему открытый вопрос. Предположения самые разные. Например, генпрокурор сегодня заявил, что на полную силу это ведомство заработает не раньше, чем в конце следующего года. Другие комментаторы не столь оптимистичны.
оптимистичны и говорят, что может понадобиться несколько лет, прежде чем бюро продемонстрирует результат. Напомню, Госбюро расследований – это некий аналог ФБР. Создавалось в нашей стране для того, чтобы объединить все расследования против должностных лиц, которыми неуполномочено заниматься НАБУ. Таким образом, прокуратура должна лишиться следствия и оставить за собой только типичные для прокурора функции по представлению обвинения и интересов государства в суде, а также по процессуальному руководству. Еще Госбюро должно заниматься расследованием преступлений, которые могут совершать должностные лица НАБУ. И вот всю эту неделю, пока антикоррупционеры таскали друг друга за чубы и искали начальство для еще одного бюро, продолжался уже типичный для Украины политико-правовой скандал с двойным гражданством. Теперь и у Вадима Рабиновича. Блогер Василий Кручак опубликовал копии документов из МВД Израиля. Мол, Рабинович зарегистрировался там еще в 1994 году, когда репатриировался вместе с женой. Потом ей и детям дали гражданство. Автоматически израильский паспорт выдали и Рабиновичу. В документах есть и личный идентификационный код украинского депутата, а его получить могут только граждане Израиля. И в общем, если судить по этим данным, стаж израильского гражданина у Рабиновича уже через несколько лет должен быть таким, что и на пенсию в этой стране можно претендовать. Коллеги Рабиновича по украинскому парламенту настаивают на проверке этой информации. Все-таки есть прецедент с Андреем Артеменко, решение по которому в подобной ситуации с канадским паспортом было очень быстрым. Вот как отреагировали в Верховной Раде. Не має бути в українській політиці людей, які мають подвійне, потрійне, четверне і так далі громадянство. Тому що фактично він має тоді подвійну, потрійну, відповідно, лояльність. Тобто вже він, скажімо, має якісь певні зобов'язання перед тою державою, якій він теж є громадянином. І така людина, вона не може бути на 100% лояльна Україні, тому що вона має вже подвійне дно, вона має якби запасний аеродром, як то кажуть. Плюс я вже мовчу там про такі речі, як доступ там до державної таємниці. Абсолютно чітко чітка є процедура, і у випадку встановлення і підтвердження наявності іншого громадянства особа може бути позбавлена громадянства України. І якщо будуть докази, докази мають вже збиратися відповідними органами. Це прикордонна служба наразі, або служба безпеки України. Контррозвідка, і вони мають тоді вже подавати цю інформацію відповідно в комісію про громадянство при президенті України. Регламентний комітет має ухвалити відповідне рішення, винести до сесійної зали. І я гадаю, зала мала проголосувати за позбавлення цього депутата щонайменше мандата. Я би автоматично лишав мандатів цих депутатів, тому що вони обманювали український народ, тому що вони казали, що будуть служити тільки українському народу. У нас є конституція записана, у нас одне громадянство. Подвійних стандартів не повинно бути. Всі ми пам'ятаємо пана Артеменка. Як тільки у нього виявили друге громадянство, він перестав бути громадянином України, перестав бути народним депутатом України. Отже, якщо правоохоронні органи підтвердять інформацію, що у пана Рабіновича подвійне громадянство, він повинен перестати бути громадянином України і перестати бути депутатом Верховної Ради України. Позбавляти депутатського мандату. Однозначно. Найвищі посадові особи не можуть мати подвійне громадянство. Крапка. Позбавлення депутатського мандату. Ну что ж, подождем реакции СБУ, регламентного комитета Верховной Рады. Сработают ли они в этом случае так же оперативно, как и в случае с двойным гражданством Артеменко? Сегодня в польском Кракове состоялось заседание консультационных комитетов президентов Украины и Польши. С украинской стороны в заседании участвовал замглавы президентской администрации и неформальный куратор внешней политики Украины Константин Елисеев. Это первая встреча украинских и польских официальных лиц на столь высоком уровне после того, как конфликт в отношениях между нашими странами дошел уже и до политических демаршей. Напомню, в Польше заявили о готовности не пускать на свою территорию украинских чиновников, заподозренных в принятии антипольских решений. Это был очень прозрачный намек на Владимира Вятровича, директора Украинского института национальной памяти. И якобы уже в минувший вторник запрет на въезд в Польшу Вятровичу и другим таким же украинцам вступил в силу. Впрочем, официально в Варшаве не подтверждают наличие тех или иных фамилий в списке невъездных, но это тот случай, когда и намеков вполне достаточно. Да и заявления с обеих сторон пока звучат такие, что можно предположить, обмен обвинениями и демаршами
может продолжиться. Не лучшая ситуация и с Венгрией. На этой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не изменит позицию по Украине, пока наше государство не внесет правки в принятый этой осенью закон об образовании. Напомню, документ вводит обязательное школьное обучение на всей территории нашей страны на украинском языке. Обучение на языках национальных меньшинств остается только в рамках начальной школы. Эти новации настолько возмутили венгерских политиков, что те даже пообещали блокировать сближение Украины с Евросоюзом и НАТО. Итак, легко ли будет решить на политическом уровне вот все эти конфликты? И должна ли Украина идти на уступки в ответ на требования своих соседей? Или наоборот, выстраивать зубастую внешнюю политику? Обсудим с одним из самых опытных украинских информационщиков Александром Мартыненко. Гендиректор агентства «Интерфакс Украина» сейчас на связи со студией «Подробности недели». Здравствуйте, Александр. Спасибо, что присоединяетесь к эфиру. Скажите, по вашей оценке, мы уже достигли пиков конфликтов с нашими западными соседями? Или есть еще потенциал у этих конфликтов, и мы будем наблюдать дальше их развитие? Вы знаете, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, очень бы хотелось, конечно, чтобы это действительно было пиком. Очень достаточно взрывоопасная ситуация и с Польшей, и с Венгрией. И не будем забывать, это все-таки наши соседи, с которыми нам так или иначе жить. Поэтому я очень надеюсь, что встреча консультативного совета президента, а потом все-таки надеюсь президента Польши Дуды в Харьков состоится. Эта консультативная встреча даст определенный результат, потому что, знаете, можно показывать зубы, как вы говорите, один вариант, можно совсем соглашаться, а можно искать компромиссы. И искать позицию, которая, в общем-то, устроила всех бы и поляков, и венгров, и украинцев. Это возможно. Я уверен, имея в виду, что, конечно, есть внутренние политические вопросы в Венгрии, конечно, выборы. Конечно, есть политика партии «Право и справедливость», но еще раз говорю, это в конечном счете и партия и «Право и справедливость», и венгерские политики, они прекрасно понимают, что украинцы все равно будут жить в Венгрии и Польше. Я напомню, что в Польше живет и работает, по разным оценкам, около миллиона украинцев, и Польша сама их приглашает в Украину. Поэтому мне кажется, что для них вот этот мир между, грубо говоря, народами Украины и Польши, он очень важен для партии «Право и справедливость». Мне кажется, об этом стоит говорить. А что касается истории, ну, знаете, очень важно, чтобы в спорах, где какие могилы находятся и где кто похоронен, мы не создали проблемы для живущих ныне людей и работающих. Это самое главное. Вот вы говорите о поиске компромисса. Пока стоит признать, что до него, по-моему, еще далеко. Вот что можно сделать сейчас? Все-таки рассматривается два варианта. Идти на уступки полные полякам, например, да? Или наоборот, показать зубы, держать свои позиции, защищать того же Владимира Вятровича. Кстати, это уже пообещали делать в МИДе. Как вы это прокомментируете? Ну, вы знаете, я все-таки считаю, что необходимо хотя бы попытаться найти какой-то третий вариант, потому что я просто хочу ссылаться на опыт, скажем, уже 15-летней, правда, давности, дело было давно, конечно, но когда президенты Украины и Польши, имея не менее непростые отношения до того и разные политические силы, я имею в виду Квасневский и Кучма, они нашли в себе мужество и политическую волю для того, чтобы потратить очень много времени для поездки по разным памятникам, как в Польше, как в Украине. И иногда даже там тогда звучал такой термин, как кладбищенская политика или мемориальная политика. Но как тогда, на тот момент, это было очень нужно и важно для того, чтобы показать, что и поляки, и украинцы действительно чтят память своих граждан. И я не призываю повторять один в один опыт 15-летней давности, но тем не менее, мне кажется, что вот роль президента в этом смысле, она очень, очень важна. Потому что, знаете, Ветрович — это Ветрович, а президент Украины — президент Украины. Со своими полномочиями, со своей поддержкой в обществе. И мне представляется, что он может сыграть, и он, и Дуда могут сыграть в этом смысле решающую роль, и мы забудем об этом. Все истории как в кошмарном сне, и не думали о том, надо сдать Ветровича или не сдавать Ветровича. На самом деле не в нем дело. Еще раз говорю, у нас есть правительство, есть президенты, которые на самом деле, у которых есть доверие людей. И найти этот выход, надо будет ездить по кладбищам и памятникам вместе, значит, я думаю, что стоит это делать.
Спасибо. Кстати, очень хороший исторический пример вы привели. Спасибо вам за него и за ответы на другие вопросы. На связи со студией «Подробности недели» был Александр Мартыненко, генеральный директор агентства «Интерфакс Украина». Мы продолжаем очень интересной историей. Космическая инфляция, банкноты в 10 триллионов долларов и отказ от собственной валюты. Голод и репрессии, при этом колоссальные траты диктатора на свои прихоти. Зимбабве уже стало синонимом нищеты и тирании. Но на этой неделе там произошел внезапный переворот. Президента Роберта Мугабе и его семью сперва увезли в неизвестном направлении. Потом, правда, Мугабе вернули обратно в столицу. А вот где сейчас его супруга, неизвестно. Что происходит в Зимбабве сейчас и с чего все началось? Смотрите далее. Танки на улицах Хараре, люди в камуфляже и взрывы. В Зимбабве военный переворот. Все началось на прошлой неделе, а уже в этот вторник, 14 ноября, в Хараре заехали танки, и город заполонили вооруженные военные. Они захватили телерадиокомпанию, бронемашинами заблокировали дороги ко всем правительственным учреждениям. В центре столицы произошло 3 мощных взрыва. Это военный захват, который, скорее всего, приведет к переходному периоду. Другой вопрос, будет ли этот переход демократическим. Представители власти называют происходящее военным захватом. Сами захватчики временным контролем и очищением. Мол, на власть не претендуют. И хотя они вывезли из Хараре президента Роберта Мугабе и его семью, он в безопасности. Наша цель – это преступники в окружении Мугабе, которые совершают преступления и создают социальные и экономические проблемы в стране. Мы хотим привлечь их к ответственности, и как только это сделаем, все вновь вернется к норме. А вот охота на преступников началась с кадрового решения. На прошлой неделе Роберт Мугабе уволил вице-президента. Эмерсон Нангава находился у власти с момента провозглашения независимости страны в 1980 году. Именно его считали преемником президента. Но Мугабе решил иначе и вице-президентом назначил свою жену Грейс. Тогда командующий вооруженными силами Зимбабве Константин Ачивенга поставил ультиматум – прекратить кадровые чистки. Мугабе на это не ответил, и в город ввели бронетехнику. Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними предательскими махинациями, что когда дело касается вопросов защиты нашей революции, военные вмешаются без колебаний. Оппозиция требует немедленной отставки Мугабе. Вторжение зимбабвийской армии – это хорошо. Мы очень хотим увидеть новую и лучшую республику Зимбабве. Мугабе очень стар. Я так думаю, и люди так говорят. Он порядком задержался. В стране нет работы, а если кто-то с Мугабе не согласен, то становится врагом. Его называют черным Гитлером и самым старым диктатором планеты. Роберту Мугабе 93 и 37 лет он правит Зимбабве. В последние годы вместе с женой, которая принимает активное участие в дворцовых интригах. Он прошел путь от революционера и любимца народа к жестокому диктатору. Да его дорога к власти лежит через массовые убийства и этнические чистки. До 1980 года Зимбабве, тогда еще Родезия, была одной из самых перспективных африканских стран с развитой экономикой и сельским хозяйством. Но в конце 90-х Мугабе выгнал из страны белых фермеров и отобрал их земли. В итоге аграрный сектор был разрушен. Впрочем, как и вся экономика Зимбабве, начался голод и стремительное обнищание людей. Четверть населения бежали из страны. Сейчас в Зимбабве даже нет своей валюты, ее просто отменили. А до этого пришлось напечатать купюру номиналом 10 триллионов зимбабвийских долларов. Мы едва выживаем. Посмотрите на всех этих людей. Нет работы, все только торгуют на улице. Мы уже устали попрошайничать, чтобы было что положить на стол детям. Но даже при таком колоссальном упадке Роберт Мугабе не отказывает себе в удовольствиях. Его семья и военно-политическая элита купаются в роскоши. Огромные особняки, роскошные заграничные шопинг-туры его супруги и пышные праздники. На свой прошлый день рождения Мугабе не пожалел миллиона долларов из казны. Любит президент и искусство, охотно воздвигает экстравагантные памятники самому себе. Я сам из народа, и люди, полагаясь на мудрость, члены партии, безусловно, выберут кого-то, как только я скажу, что ухожу на пенсию. В этом возрасте я все еще могу пройти какое-то расстояние, не так ли? Сейчас Роберт Мугабе вернулся в Хараре и даже появился на публике на вручении дипломов в университете. А вот его жена Грейс Мугабе из страны сбежала. Президент идти в отставку отказывается. Тем временем оппозиционеры формируют переходное правительство. Виталия Кушмирук, «Подробности недели», телеканал «Интер».
Автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты. Весь этот арсенал легко может оказаться у вашего соседа за стенкой. Украина сейчас буквально наводнена нелегальным оружием. Купить на черном рынке можно абсолютно все. Как результат, все чаще новости напоминают криминальные сводки. Почти каждый день в мирной части страны происходят перестрелки и взрывы. Сколько у людей на руках серых стволов, не знает никто. Но с уверенностью можно сказать – миллионы. О пороховой бочке – любовь кукла. Харькова. Средь бела дня молодой человек стреляет с балкона по прохожим. Подвиг героя сняли на мобильный и выложили в сеть его друзья. Как выяснилось, мажоры так развлекались. Сейчас дело расследует полиция. Киев тоже центр. В ресторан ворвались четверо и прострелили голову посетителю. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу. Ривна. Пьяный ветеран АТО взорвал гранату в подъезде жилого дома. Просто поругался с женой. Винница. Сегодняшнее утро. Мужчина погибает от взрыва гранаты в своей квартире. Информационные ленты последнее время пестрят такими новостями. Стрельба, взрывы и изъятие целых арсеналов. А все потому, что страну буквально наводнило оружием. Мы лидеры в Европе по количеству незаконных стволов на черном рынке. Не странно, ведь приобрести боевой ТТ, патроны и гранаты можно просто, не выходя из дому, в интернете. Конечно, объявления о продаже оружия не встретишь на открытых сайтах, но на закрытых форумах купить можно все. Безусловно, что оружие есть всякое. Доминантой является короткоствольное оружие. Ну, оно легко переносится, его легко прятать. Мы понимаем, что автомат Калашникова более габаритный. К огромнейшему еще сожалению, совсем стал как бы таким вот чуть ли не фирменной карточкой черного рынка Украины, стали, к сожалению, гранаты. Оружия так много, что даже цены на черном рынке упали. Эксперт по безопасности Сергей Шабов там даже называет расценки. К примеру, если раньше автомат Калашникова стоил 3000 долларов, сейчас не больше 1000 зеленых. ТТ или Макаров 300 баксов, а вот граната всего лишь 500 гривен. Сколько на руках у людей незаконного оружия, точно сказать не может никто. Приблизительно 5 миллионов стволов. Сколько гранат, вообще неизвестно. А это значит, что никто не знает, какой арсенал у соседа за стеной. Це проблема, звичайно, будь-якої воюючої країни, що майже всі солдати вертаються додому з тими речами, з якими вони звикли півроку, рік чи два ходити в кишенях. Прежде всего, война на Донбассе стала причиной такого незаконного вооружения. На границах зоны АТО часто задерживают военных, волонтеров и обычных гражданских. Но все же тех, кому удается провести оружие на мирную территорию, больше. Полиция регулярно проводит и месячники добровольной сдачи оружия и изъятия, но это капля в море. Затримали автівку, там знайшли автомат Калашника, або там схопили якогось баригу, який продавав 1000 на рік. А міжнародні інституції фіксують 5 мільйонів. Сейчас законного оружия на руках у людей гораздо меньше, чем нелегального. За нашими підрахунками на руках у населення зареєстровано, десь близько 2,5 мільйонів одиниць. 2,5, серед яких переважно більшість – це мисливська зброя. Это единственный вид оружия, который в Украине можно купить легально. Небольшой арсенал за 6 лет успел собрать охотник Игорь Сичкарь. Вы знаете, вот в Украине насчет охотничьего оружия довольно лояльное законодательство, то есть приобрести его не так сложно, это надо пройти медицинскую комиссию, справка, психиатр, замеры зрения, давление, все по правилам. Вот. И получить разрешение на покупку в разрешительной системе и пойти в любой охотничий магазин его приобрести. Но тысячи украинцев закон обходят и покупают оружие на черном рынке. А это значит, что новостей о взрывах гранат в квартирах и стрельбе на улицах меньше не станет. Очередной разрыв гранаты в Ривне, похоже, заставил задуматься парламентариев. В Верховной Раде заговорили о том, чтобы усилить наказание за незаконное хранение оружия. Пока максимум за это лишают свободы на 5 лет. Любовь Кукла, Наталья Неделько, Геннадий Аникин, Инка и Богдан Саврудский. Подробности недели. Телеканал Интер. И на этой неделе на фронте очередное обострение. Боевики не прекращают обстрелы. Но при этом, несмотря на довольно массированные атаки оккупантов, в рядах украинских военных нет потерь. К счастью, не погиб никто. Но, к сожалению, есть раненые.
Выжить под обстрелами – это сверхзадача и для мирных жителей прифронтовой зоны. Но сейчас к ней добавилась еще одна – пережить зиму. Во многих городках Донбасса попросту нет газа, ведь боевики перекрыли газопроводы. Поэтому люди вынуждены обогревать свои квартиры буржуйками. Кроме того, многие дома повреждены обстрелами. Как выживают простые люди на Донбассе, о коммунальном фронте. Геннадий Вивденко. Вот так выглядит отопительный сезон фронтовой Красногоровки Донецкой области. Труба, он торчит, буржуйки. Враг отсюда всего лишь в нескольких километрах. Это фактически передовая. Соседние терриконы – территория оккупантов. В этот дом недавно попал снаряд очередной. Большинство окон выбиты. И на этих полуруинах еще живут люди. Местный волонтер Валентина Юрьевна ведет нас по квартирам, где еще кто-то остался. Я как волонтер, я сюда привезла обогреватели всем, кто был. И многие перешли на обогреватели, потому что бабушек много, им тяжело все-таки дрова рубить. Иван один из оставшихся в Красногоровке жителей. Обогревает две свои комнаты из четырех буржуйкой. В одной комнате готовят, в другой спят всей семьей. Вот так мы и топим. Вот это вот, оказывается, мы так и топим. Жду свою жену, сына. Окна Иван заделал пенопластом и утеплителем. На кухне и балконе сложены дрова. 1,5 кубометра. Мужчина надеется, что на месяц хватит. На зиму, смотря какая зима, конечно. Вот мне, наверное, надо 8-10 кубов. Вот представьте, сколько мне денег надо. Вот так мы и живем. Дровами семье помогли благотворительные организации. Ребятам спасибо, конечно, за дрова. Акация очень хорошо горит. В основном жена мне приспособилась вот готовить на буржуйке. Так что. Ну, 21 век. Что я могу сказать? У семьи Ивана сейчас соседей нет. Вокруг квартиры пустуют, окна разбиты. На улице оставшиеся жители микрорайона подпиливают ветки. Да и на дрова, но оно мешает. Красногоровка, Марьинка, Авдеевка – одни из самых проблемных городов на фронтовой линии. И четвертый год здесь главный вопрос – как пережить зиму. С топливом мирным жителям помогают все – и государство, и волонтеры, и благотворители. Скоро в Красногоровку должны подвести казенный уголь – по 2 тонны на семью. Как только уголь придет, мы начнем население раздавать. Будут составлены списки. Первая категория у нас – это малоимущие, инвалиды, кто не получал. И потом остальная категория людей. Главная проблема для всех фронтовых городов – отсутствие газа. Его подачу блокируют оккупанты. Ведь газопроводы идут с подконтрольной им территории. Тянут трубу к Красногоровке и Скурахово будут только в следующем году. К Авдеевке и соседним селам газ должен поступить раньше. Но наиболее острая ситуация в поселках возле Донецкого аэропорта. У нас сьогодні є тільки 2 села, не підключених до електроенергії. Це Піски, де живе 12 людей, і Опитне, де трохи більше 40 людей живе. І не тому, що ми не можемо, не тому, що у нас чогось немає, просто не дають режиму тиші. Суї, заходь. Бойці в Авдіївській промзоні розносять дрова по укрепрайонам. Рубимо. Ну, все, в принципі, нормально. Привозять. Нормально все. Спальні мішки все є. В промзоні, в бліндажах бойці гріються буржуйками. Под Горловкой в бліндаже горнопіхотні бойці зробили к зимі настоящий бойовий євроремонт. Бревенчатые стены укрепили пенопластовими плитами. Утепляли, готовимся потихоньку к зимі. Погода такая минливые, как кажуть. Вот. То холодно, то жарко. Погода последние несколько дней радует. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности недели. Телеканал «Интер» из Донецкой области. В минувший понедельник в сербском Белграде состоялась встреча Курта Волкера, спецпредставителя США по Украине, и Владислава Суркова, помощника президента России. Говорили о войне на востоке нашей страны. И хотя за этими переговорами наблюдали по всему миру, о конкретных результатах встречи до сих пор сказать особо нечего. Если коротко, договорились договариваться. Американцы представили россиянам больше 20 предложений для выхода из войны на Донбассе. Те же согласились пока только с несколькими пунктами. Полностью согласны стороны только в одном, в том, что нужно выполнять Минские соглашения.
Но, похоже, эхо переговоров на сербской территории докатилось до Москвы. Уже в среду Виктор Медведчук, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах, встретился с руководством России. Говорили об освобождении заложников. Во встрече участвовал и патриарх московский, и всея Руси Кирилл. Результат. Россия повлияет на боевиков, чтобы до Нового года процесс освобождения заложников был разблокирован. Кстати, это уже не первый случай, когда с помощью православной церкви удается достичь прогресса в освобождении заложников. Советник главы СБУ Юрий Тандит даже благодарил главу УПЦ митрополита Ануфрия за участие в переговорах по заложникам. Но в этих новостях есть несколько важных нюансов. Во-первых, речь идет все-таки не обо всех украинцах, которых удерживают боевики. Пока могут быть освобождены только 88 человек. Хотя в списках заложников больше 150 фамилий. Во-вторых, нет ясности и по датам, когда конкретно люди могут быть освобождены. Вот это давайте попросим прокомментировать Ирину Геращенко. Она не только первый вице-спикер Верховной Рады, но и уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе. И лично участвует в переговорах в Минске в рамках той самой гуманитарной подгруппы, которая и занимается темой заложников. Здравствуйте, Ирина. Скажите, почему боевики готовятся освободить далеко не всех заложников и подтверждают, что удерживают только 88 человек из более чем 150 в списке СБУ? Что будет с остальными и когда их удастся освободить? Сьогодні в мінській групі ми працюємо зі списками Служби безпеки України, які вона формує, виходячи зі своєї інформації, зі своїх даних. І от на сьогодні в цьому списку 157 громадян України на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це чоловіки і жінки, це цивільні, це військові. От ми бачимо, на жаль, що за останні місяці, коли заблоковано було зовсім процес звільнення заручників, цифра заручників виросла за рахунок, в першу чергу, цивільних, яких хапають за надуманими абсолютно підставами на окупованих територіях, по суті, за їх проукраїнську позицію. Але з цього списку 157 осіб, представники так звані «Ордо і Орло», вони підтверджують тільки 88 осіб. І от зараз, коли ми вже, я сподіваюся, дуже підходимо до питання звільнення, мова буде йти про те, що люди будуть звільнені за цього списку 88, але точну цифру я не буду зараз брати на себе сміливість визначати, говорити, бо це ще питання, яке ми маємо узгодити і таке інше. І очевидно, ви задали абсолютно правильне питання, за що вам дякую. Не може бути, знаєте, така історія, що інше залишається забутими. Ні. Ведеться дуже серйозна пошукова робота для того, щоб знайти кожну людину з цього списку заручників, щоб вибити інформацію відносно того, де її утримують, і включити в списки на звільнення. Це йде процес переговорів. Дуже непросто, але дуже важливо зараз, знаєте, розблокувати процес звільнення. Немає тут жодного пояснення, немає жодної виправдання, що 14 місяців жодна людина не була звільнена. Тому маємо зробити все для того, щоб відбулася це така велика операція по звільненню і рухатися далі. Паралельними треками, розшукуючи, встановлюючи інформацію, домовляючись про звільнення всіх інших. Хорошо. Ирина, есть разные трактовки того, почему именно сейчас Россия согласилась на такое освобождение заложников. Одни говорят, что это влияние переговоров Волкера и Суркова. Другие, что это часть какого-то более широкого плана. Вот вы как считаете, почему вот именно сейчас стал возможен такой прогресс? Дякую за запитання. Очевидно, що про звільнення ми будемо говорити в день, в момент, в хвилину звільнення. Всі її дуже чекають, але цьому ще передує дуже серйозна робота, дуже серйозна, в тому числі по визначенню дати, по визначенню остаточних списків і таке інше. Чому саме зараз? Я хочу ще раз повторити те, що Україна весь цей рік на всіх міжнародних майданчиках наголошувала на тому, що ми апелюємо до наших партнерів щодо тиску на Російську Федерацію з негайним звільненням заручників, їх впливом на представників ОРДО і ОРЛО щодо негайного звільнення заручників. Під час останніх зустрічей керівництва України з спеціальним представником Сполучених Штатів Волкером також були передані йому і президентом України, і народними депутатами листи від родин заручників з проханням передати їх російській стороні, як такий дуже важливий теж сигнал, прохання на розблокування звільнення заручників. Очевидно, що всі ці сигнали, знаєте, так воєдино зібралися, ще раз їх повторив представник української сторони в гуманітарній підгрупі. І важливо, що вони почуті. Ми дійсно шукали дуже
різні, знаєте, можливості там і через церкву, і через волонтерів, і через інші канали все-таки вирішувати, витягувати. От один з таких останніх прикладів дуже важливих, да, це такі посередницькі зусилля успішні президента Туреччини Ердогана, якому вдалося так само сприяти в звільненні лідерів кримських татар Умєрова і Чийгоза. І ми продовжуємо насправді так само шукати будь-які можливості для звільнення тих українців, які знаходяться політв'язнями на території Російської Федерації. Але я вважаю, що тут треба поставити крапку. Зараз дуже делікатний момент, а дай Боже, щоб все це реалізувалося. Тому що дійсно сказати, зробити – це дві різні речі. Ми сподіваємося, що сказане публічно на такому високому рівні буде реалізовано. Ми вітаємо будь-які кроки Російської Федерації, повернення її в міжнародне правове поле. Ми будемо вітати вихід російських військ з території окупованого Донбасу, повернення України, Донбасу і Криму, припинення обстрілів, постачання техніки бойовикам і зброї. Ми будемо вітати всі ці кроки. І, звичайно, звільнення заручників – це така дуже важливий гуманітарний жест, який, якщо він реалізується, це буде просто чудово. Україна зробить це для того, щоб наші хлопці були вдома. Очень на это надеемся. Спасибо за ответы. Ирина Геращенко была на связи со студией «Подробности недели». У нас на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели, и до следующей пятницы.